Всем привет! Вы на канале Позитивный огород. У нас с пятого домика выходит вторак. Смотрели, вроде бы там и все маток, два маточника удаляли, но все-таки они решили у нас выйти. Не знаю, может быть, рой будет маленький какой-то. Но все-таки они у нас полетели. Вот так они гудят у нас. Будем смотреть, куда они у нас сядут. Сегодня 25 у нас градусов в тени. Что идем смотреть, куда они у нас захотят сесть. Вот здесь летает кучка. Хотят обратно на нашу, вроде бы, ловушку сесть. Будем смотреть, наблюдать, куда они пойдут. Вот как бы рой идет сюда. Вот. Весь рой идет вроде бы сюда. Как бы основная часть пчел здесь. Да, здесь, но пока будем наблюдать. Гудят. Я как бы вообще в улье стою здесь. Столько пчел надо мной летает. Прошли они сюда. Будем смотреть на ловушку. Да, вроде бы они у нас хотят на ловушку, но не знаю. Видно будет. Посмотрим, и здесь много летает. Thank you.
тарак, он очень как-то долго у нас всегда обычно прививается. Он долго ищет, не знает, куда ему сесть. Потому что во втораке еще выходит не обязательно, может, мы просмотрели где-то второй маточник, ой, третий, четвертый. И обычно у нас вылетают, они бывают там и две, и три матки. Ну, вроде бы вот на эту ловушку, мне кажется, начали садиться на колпак. Сейчас посмотрим, вроде бы на него хотят. Видно будет. Да, вроде бы на него. Вся основная пчел туда вьется. Даже садятся на телефон у меня. Я снимаю на телефон. Да, садятся на этот колпак, потому что я смотрю, уже на язычке на этом собираются вон пчелы, и они бегут вверх туда. Кто-то садится наверх, на колпак. Ветерок еще не дает им плавно садиться. Дует, сдувает их. Здесь тоже жарко, видать, им, пчелкам. Здесь мы вообще две прилетные доски поставили. Ну вот с этого у нас вышел второй рой. Ждем, пока усядется. Когда усядется, унесем в холодное место, в пчельник. До вечера. Вечером посадим. Но вечером будет видно. Может быть, даже в этот улей отправим. Садятся. Вот там. Как... Посмотрим, что там. Сколько там пчелы село у нас. Вот так я его установила в пчельник. Здесь тут такая раюшка. А здесь подвешила колпак. Вот так. Тут у нас в мешках картошка еще хранится. Вытащили. Здесь как бы прохладное место. Здесь даже у нас и лук, и медогонка. Все вместе. Так, ну вот так они у нас сидят здесь. Вот они. Кое-кто на ловушке прямо сидит. Ну все. Пусть сидят до вечера.